Всем привет, друзья! Приветствую вас на канале Splash Horizons, это Noob Hater, и мы продолжаем прохождение Resident Evil Revelations. Поднимаемся мы наверх, чтобы починить антенну. Была у нас такая серьезная битва с боссом, тут мы находим карточку Вельдра, долгожданную, которую так долго я искал. Теперь, собственно говоря, для того, чтобы пробиться к тем местам, как я читал, требуется очень много боеприпасов к тем сейфам. Давайте почитаем на журнал, который был вместе с этой карточкой. Дневник агента Вельтра. Наконец-то мы реализуем свой конечный план. Придумал этот план наш лидер и соратник Джек Норман. Впервые услышав его, мы сомневались, что его удастся провернуть. Но сейчас настало время претворить этот невероятный план в жизнь благодаря остальной воле товарищей и тому, кто поддерживал наши идеалы своей властью и влиянием. Он подготовил эти корабли для нас, эти лайнеры класса люкс, символ деградации человечества. Они станут подходящим вместилищем для вируса, который произведет очистку человечества. Мне поручено войти на борт Королевы Зеноби для выполнения нашей миссии. Бернард Корти. 2004 год, за 12 часов до начала миссии. Тело дрожит, и я не могу унять дрожь. Может, это волнение или страх, или то и другое. По секретной лаборатории в скловом блоке снуют странные организмы, созданные вирусом. Вирус растворим в воде, и тот, кто выпьет такую воду, превратится в монстра. Следящее биоружие выброшено вне объекта. Оно разнесет вирус по земле. Упадочное бельмо, которое является собой плавающий город, скоро превратится в сущий ад на земле. Мы должны создать людям ад, иначе они всегда останутся зашоренными. Да? Так вылился Норман, если наш седой финансист верит в Нормана, то мы, служащие ему, тоже должны верить. Бернард Корти. Довольно-таки интересный дневник. Ну что ж, у нас есть доступ. И это очень даже хорошо. Так, ну что ж, здесь... Там мы все обыскали с помощью нашего прибора. Наличие отпечаток. Так, давайте нельзя. Еще одна лестница. Мы на самом верху. По идее, это самая высшая точка. Ну, там еще есть куда, конечно, залазить, но... Отлично. Его я искал. Ну, сейчас давайте пазл здесь решать. Интересно, он будет сложнее, чем обычный? Ну, я бы не сказал. Хотя тут много всяких таких вещей, которые надо распутать в правильном направлении. Ага. Сюда. Вот и все. Все у нас благополучно решилось. И навигационная антенна, по всей видимости, заработала. Это Вермиллион, штаб. Отлично, мы связались с Брайаном. Непонятное объяснение шефа. Откуда вы знаете, что это подстава? Что случилось, босс? Говорите. Оставайте на линии, у меня экстренный вызов. Сэр, мы получили экстренный вызов от ОЕБ. Их спутники засек движение. Европейский авиаотряд безопасности, продолжай. Есть, сэр. Похоже, интегратор солнечной энергии на серой земле вновь активируется. Быстро, они. Так. По кораблю, походу, он будет лупить. Да. Квин Зеновьев, ну и чего-то скандаю, да?
Данте. Вот этот человек справа, походу, есть. Он и есть главный злодей, по всей видимости, лидер Вельтро. И Брайан его хорошо знает. Штаб, что происходит? Тут вот-вот ад развернется. Эфириан был в солнечной батарее. Он направлен на укрытие Вельтро. На берегу Средиземного моря, замаскированный под туризм сюда. Спутники, уничтожившие серую землю прямо над нами. Не могу они игнорировать ультиматум и уничтожить этот корабль. Босс, выведите нас отсюда. Простите, я не могу это сделать. Это подстава. Вот такие вот у нас повороты. Шестая глава кошки-мышки у нас завершены. Конец. Так, смертель 0. Достижение доступно. Давайте далее щелкать. Есть возможность нам сохраниться. Этап в режиме рейд. Это хорошо. Лучше какое-то новое оружие дали, я думаю, было бы гораздо круче. Давайте сохраняться. На всякий пожарный. Так, ну вот так вот. Давайте. Поехали дальше. У нас только 7-я минута идет в серии. Так, это мы пропускаем. Я думаю, все внимательно следят за эпизодами. Эпизод 7. Чертог солнца. Такое название какое-то такое, как древнее. Античное. Так вот будет правильней. Так, ну что? Крис? 今日は人生最良の日だな。どうして出らっさ。うん。そんなことできるのか。その船の情報は入手済み。何か手はあるはずです。ひとまず船内に戻ってください。また連絡します。 Так, тут больше ничего такого нет. Ладно, погнали. Так, давайте посмотрим, из апгрейдов есть что-нибудь у нас свободное. Нет, ничего у нас нет абсолютно. Ладно, поехали на лифте. Там разберемся, очень много сейфов, которым можно открыть доступ при помощи ключа Вельтро. Карточки этой замечательные, но до них добраться еще там дверей тоже куча, и получается в скуловом блоке там была дверь, когда на лифте спускаешься, вот это походу и есть секретная лаборатория. Так, мы застряли на среднем этаже. Давай вылазь, Джиль, ты уже тут как тут. Так, ну тут ничего нет у нас. Воспользуйтесь БЛА. Беспилотный летательный аппарат. Да, Вельтро использовал бункер на палубе Бака. Давайте примерно прикинем. Блин, постоянно путаю. Текущее назначение. Какой огромный лайнер. Ох, ядрить, колотить нам туда. Шпарить и шпарить.
Блин, как нам туда добраться? Хотя примерно какой-то маршрут представлять, правильно? Пойдемте с Редом поговорим. Что он тут делает? Кун здоровый, кстати, посмотрите. Высокий парень. Так, променад. Давайте глянем по карте. ХЗ, давайте попробуем. Пошли. Да, откуда он знает? Похоже, ему кто-то докладывает. Так, ящики появились. Блин, ну хоть правильно-то идем. Ну, в принципе-то да, мы правильно идем. Никогда лишними не будут. Пошли. Так вот. Тут тоже где-то, по-моему, дверь есть. Что-то очень много трупов. Таких, причем бестолково разбросанных. Так, ничего нет больше. Ладно, пошли. Ох ты ж, бля. Это те невидимки? Даже не хочу себе представлять. Похоже, это они. Интересно, может проще от них просто убежать? Блин, отстреливаться. Сейчас я только гляну насчет апгрейда. Вот не совсем помню, что у нас есть. Ни хрена у нас нет. Так. Пожалуй, надо... Значит, поменять, потому что дробовик все-таки будет получше. Блин, ну давайте. Что он там написано пробивает? Огневая мощь. Ну, дробовик-то мощнее, да и этот у нас мощнее, с уроном. А, давайте, наверное, знаете, что сделаем? Апгрейды снимем. С отсюда и поставим их на Штерна УГ, потому что... Посмотрите, у него 144, причем темп стрельбы ничуть не меняется, поэтому... Блин! Идиотский ящик. Поэтому... Это будет все-таки получше вариант, и более того, у нас будет для ближней дистанции дробовик, который мы будем активно использовать. Он, конечно, вышибает как надо. Так, закрыто. Значит, пошли понизу. Так, мы здесь вроде можем обойти. Все двери просто выбиты. Так. Давай назад, 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 назад. Проходим. Дайте две. Да охренеть. Так, давай. Отлично. Кусочек урвали. Так, есть варик нам погнать. Погнали на мостик. Можно было бы, конечно, на палубу зайти, глянуть там сейвы. Ну, сейфы. Вот. И, не знаю, там надо очень много патронов потратить, чтобы пробиться, насколько я знаю. То есть там... монстров буквально
очень-очень много. Тут вроде бы еще каюты есть, которым, по-моему, даже вот здесь вот. Да, есть здесь сейф. Давайте его откроем. О, запрещенные спецдетали. Это просто шикарно. Мне кажется, есть смысл каждый сейф тут проверить, потому что там очень, наверное, такие хорошие плюшки находятся, по всей видимости. Так, давайте наверх подниматься. Ну что, как вам, друзья, есть смысл нам идти в каюту? В принципе, мы находимся сейчас очень рядом с БПЛА. Давайте пойдем сейф еще глянем. Так, если не ошибаюсь, нам нужно идти в этом направлении. Отлично. Вот он, лифт. Мы направляемся в верхние каюты. Твою же мать, а Паркер, а ты чё? Не, я один не хочу. Может, ты там будешь снаружи? Давай, над радугой, радуга зависни. Не кисни. Вот сучёныш. Да, монстр довольно-таки сильный. Надо брать Паркера за одно место и сюда его вести, потому что... Отлично. Нам еще и травку дали. Потому что без Паркера здесь просто нереально будет пробиться. Где-то вот здесь вот есть сейф. Так, здесь все закрыто. Точно не там. Ух ты ж, бля. А тут такие лашбены. А, тут Рэйчел мутировавшая, блин. Блин. Чё-то я не ожидал ее здесь увидеть. Её тупую рожу. Так, назад, назад, назад. Граната. Так, Паркер, Паркер. Тварь, ну ты сдохла наконец-таки. Ох, как хорошо, 46. Смотрите, у нас уже два комплекта запрещенных деталей. Я знаю, где еще есть. Так. Мы вылезли отсюда, да? Давайте сюда зайдем. Тут, конечно, пробиваться тяжело. Так, в туалете нам делать нечего. Значит, идем сюда. Довольно-таки слабенький. Или то, что я со спины в тебя попал, да? Вот он, сейф. Три комплекта запрещенных деталей. Ну, нормально мы так поганкали эту комнату. А, этот простенький. Отлично.
Так, здесь мы дробовик нашли. Не та комната. Нам нужно найти верстак. Засохнет. Так, пойдемте. Ну, я, в принципе, доволен рейдом нашим. Бля, я ж думал, тебя ушатал. Подонок. Так. Ничего хорошего нет. Смотрите. Эта хрень не убивается просто так. Так, давайте перезарядим автомат. И пойдем вниз. Так. Вон еще один. Ох, как отлетел-то. Нехило. Бля, я забыл, что он взрывается. Так, где тульпешник? Мы куда пойдем? В той стороне. Я уже не помню. Опа. Тут я не был. Хорошее место. Дробовик, пулемет. Магнум. Где там магнум? В шкафу, не знаю, не в шкафу. Специальные детали. Отлично, но не так круто, как мне хотелось бы. Так, здесь вроде все обыденно. Погнали туда. Так, неплохо, мы все шманаем. Там вот есть комната, которая закрыта, походу, карточкой. Да, на самое. Винтовка. Очень хорошо. Вот и магнум у нас. Пифон. Есть смысл поменять на дробовик. Так вот. Так, почитать есть что нам? По всей видимости, нет. Так, ну неплохо. У нас есть пифончик. Ах ты ж, бля. Который просто урабатывает неплохо. Не знаю, где еще могут быть двери открыты, но мне кажется, пора нам уже и уходить с этого места гиблого. У него и выстрел. Стараюсь в голову попадать. Таблетку дали. Хорош, магнум, хорош. Так, мы в правильном направлении идем. Так, сдохну. Так, ты там косой. Нам бы найти теперь ящик, где можно... Хорош, да? Ну вот мы, в принципе, вернулись. Ящик где-то здесь лежит. Для этого нам нужно тут еще пошерстить. А, я даже понял, вот здесь вот слева он находится.
Там вроде бы тоже есть сейф, кстати. Между прочим. По-моему, в этой комнате. Или я не прав, или я просто люблю сейфы. С логотипом Вельтра, потому что у них всегда очень крутые ништяки, как мы убедились. У нас какая-то глава получается чисто охота. А за добром. Так, тут ничего нет. Давайте проапгрейдим. Смотрите, что у нас есть. Ох ты ж, боже мой. Посмотрите, что у нас есть. Огневую мощь на 60%. Так, дробовик. Так, огневая мощь растет с сокращением дистанции до цели менее 4 метров. Отлично, вот это, конечно, круто. Тут как бы ничего не скажешь. Даже не знаю, на какое оружие ставить его. Потому что... Ох, даже вообще не знаю. Блин. Ну, в общем, только на дробовик мы можем поставить. Очередь. Такого вот типа, да? Два выстрела. Урон, да? Ну, пускай стоит. Блин. Конечно, можно здесь адский просто урон сделать на дробовике, но очень мало патронов для него. Можно, конечно, огневую мощь поставить сюда. Смотрите, 208. Привязка, да? Давайте любитель ближнего боя поставим. Что с дробовика? Скорость стрельбы уберем. Просто у нас на пистолете очень много всякого добра. Конечно, если поставить сюда. Блин, ну... Так, сюда мы снимаем, значит... Так, куда нам идут вот эти детали? Вот эти у нас на пистолеты-пулеметы, правильно? Поставим на Штерн, наверное, очередь. Так, урон давать, наверное, сменим на очередь. А здесь мы можем добавить критический урон. Охренеть. Так, ну конечно, у нас лютый набор. Я вот даже не знаю. Конечно, если поставить сюда, но у него патронов вообще мало. Согласитесь, смысла нет. Поставить на снайперку. Ну, тоже здорово. Мне кажется, пистолет будет актуальнее нам. Мы сейчас его сменим магнум. Вот так вот. У нас много патронов. Потом мы, если что, просто переставим. Я думаю, это будет неплохой вариант. А так будем просто пистолетом урабатывать. Вблизи. Так, вот наш лифт. Теперь надо возвращаться. Даже мостик, да? Погнали на мостик. Так, ну то у нас получается сейчас по времени лимит на эту серию, поэтому уже конкретно дальше мы будем идти в следующей серии, двигаться на баг и запускать БПЛА. В общем, ребят, я надеюсь, всем понравилось.
Серия довольно-таки интересная была. И, значит, подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх, кому понравилось. И до скорых встреч. Всем пока.